смотри, всем привет, друзья, вы смотрите SLT Fight News, мы в Буда Кошелева на турнире по смешанным единоборствам MMA. И рядом со мной боец, который принял участие в этом турнире, победил, но, если честно, я не про это хочу поговорить с ним. Рядом со мной Михаил Бондарь, привет, Миша. Здравствуйте. Я хочу поговорить с тобой о твоем недавнем бое, о твоей фееричной победе на турнире в Молдавии на Eagles 5. Расскажи немножко по бою, по своему сопернику, потому что у нас тоже никакой информации, к сожалению, пока нету в плане какого-то видео. Давай ты нам расскажешь, кто был твой соперник, как прошел твой бой и все ли у тебя получилось. Все, да, получилось. Соперника я уже знал заранее, ну, мне скинули. За месяц где-то начал готовиться к нему, посмотрел все бои, как бы подготовился. Ударник или борец? Он такой непонятный какой-то получился. Такой неудобный. Да, как и ударник, так и борец был. Очень здоровый был. Очень здоровый. Да. Даже, ребята, вот так вот. Ладно, давай теперь по бою немножко расскажи, как он проходил, сколько раундов длился и, может, запоминающийся момент какой-то. В первом раунде. Ну вот. На второй минуте. На второй минуте. Что ты такое чудесное сотворил, что он закончился на второй минуте? Задушился со спины. Просто вот так. Ты когда выходил на бой, ты рассчитывал, что так быстро все закончится для него? Нет, я не рассчитывал. Я думал, пройду всю дистанцию, 3 по 5. Но как-то получилось так, что... Выдался шанс, и ты им воспользовался. Все очень просто, на самом деле. Здорово, это победа. А эта победа означает, что наш боец Михаил Бондарь еще не раз выступит на турнире Eagles 5. А точнее, сколько? Или этот секрет еще пока нельзя раскрывать, но наверняка он выступит на нем, потому что таких чемпионов, которые за первом раунде, там, за две минуты выигрывают бой, их очень мало. Поздравляем, в общем, Миша, тебя с победой. Спасибо. С победой на Eagles 5, конечно же, это очень грандиозно и круто, и, конечно же, с победой на чемпионате и турнире по смешанным единоборствам в городе Буда Кошелева. Что тебе подарили? Медальку, грамоту, шлем. И шлем, ребят, не просто медаль, и шлем. Вот мы столько акцента ставим на этих подарках, ну приятно же. Да, конечно. Здорово. Больше бы таких подарков. Ребят.